Кандидаты в депутаты от партии АУЛ наблюдали за процессом производства муки. Агитационная группа добралась до Карагандинской области. Партийцы призывали работников предприятия пойти на выборы. В среднем за сутки здесь производят 100 тонн муки высшего сорта. Комплекс является одним из ведущих предприятий в Карагандинской области. В цеху работают больше 100 человек. На встрече кандидаты в депутаты говорили о развитии мукомольной промышленности, а после ознакомили потенциальных избирателей со своей предвыборной программой. К слову, за время агитационной кампании партийцы уже успели провести порядка 2000 встреч в разных регионах страны.